Всем привет! Вы на канале «Черный Волк». Часто можно услышать расхожую фразу, что боевые искусства особенно ударные, не для девушек. Мы с этим категорически не согласны. Но тогда какое именно боевое искусство может раскрыть все сильные стороны, характерные девушкам? Ведь у них много отличных качеств – гибкость, выносливость и сильные ноги. И все эти качества хорошо проявляют себя в таком боевом искусстве, как тхэквондо. Более того, занятие тхэквондо не лишает девушку женственности, а скорее наоборот, только подчеркивает ее. Именно таких грациозных мастериц корейского боевого искусства мы покажем вам прямо сейчас. We'll be right back.